Появилось расписание боев казахстанских боксеров в полуфинале чемпионата мира 2021. Нашу страну в столице Сербии представят 5 спортсменов. Это Темиртас Жусупов, Сакен Бибосынов, Махмуд Сапырхан, Серик Темиржанов и Аблайхан Жусупов. Соревнования пройдут сегодня в 2 сессии. Дневная начнется в 18:00 по времени Нур-Султана, вечерняя в 23:00. Напомню, ранее казахстанская делегация пыталась опротестовать исход четвертьфинального поединка чемпионата мира. По его итогам наш спортсмен Санатали Тольтаев в бою с боксером из Шотландии уступил раздельным решением судей. Однако результаты оставили без изменений.